На восточном побережье США в штате Флорида произошло крушение вертолета. Летательный аппарат рухнул прямо в воду в непосредственной близости от переполненного людьми пляжа Майами-Бич. В результате крушения пострадали 3 человека, которые находились на борту. Уточняется, что пилот находился в стабильном состоянии. У 2 других пассажиров диагностированы переломы позвоночника. После произошедшего инцидента часть пляжной зоны была перекрыта. Федеральное управление гражданской авиации сообщили, что причина крушения вертолета пока неизвестна. Будет проведено расследование. О, мой Боже!